Дмитриев. Анатолий Кожаев. Евгений Анаев. Вечный ударник во все любит. И лидер проекта Антон Румянцев. Не, не все знают, как это было. И саксофонисты не стоят. Самый лучший, самый тонкий музыкант нашей страны, уникальный человек, прекрасный музыкант, фантастический. Пожалуйста, еще чуть-чуть. Народный артист России. Даниил Крамер! Приятно. Но мы только начали, мы еще только разогрелись. Но вы знаете, в любом концерте существует три.